Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня у нас воскресенье, вечер, и я хочу вас пригласить на свой новый мастер-класс на таких сказочных и снежных пингвинов. Первое, что я бы хотела сказать, что именно вот этих двух пингвинят вы уже у меня видели в готовых работах, но я поставила их так для примера, чтобы вы могли увидеть и посмотреть, какие цвета можно использовать для таких игрушек. В этом видео я вам сейчас расскажу все, что касается этого мастер-класса, расскажу вам по цене, как его можно приобрести, куда я вам его буду пересылать, и также ближе к концу видео я вам расскажу про все материалы, которые нам будут нужны для данного мастер-класса. Значит, первое, что бы я хотела сказать, это то, что мои пингвинята, те, что большие, размером 30-33 сантиметра, не учитывая помпончиков на шапочках, так, и маленькие пингвинята размером 20-23 сантиметра, не учитывая помпонов. Я вам так говорю 20-23 или 30-33, потому что у нас у всех плотность разная, да, поэтому так может получиться. Даже здесь у меня получился чуть-чуть побольше, чем вот этот, что я вязала в мастер-классе, поэтому я вот вам так называю, чтобы вы это знали. Дальше. Значит, поначалу я хотела сделать этот мастер-класс как один, да, две игрушки, один мастер-класс. Но я подумала, что, возможно, просто кто-то захочет, например, связать или только большого, или только маленького. Поэтому я их всех разбила, и сейчас вам расскажу, как я это сделала. Значит, мастер-класс этот будет платным, он идет в видеоформате. Первое видео у меня, где мы с вами вяжем большого пингвинчика. Именно вот этого большого пингвинчика. Они у меня в кадр все не влезают, поэтому я вот вам так и показываю. Вот. Именно таких синих пингвинят я вяжу вместе с вами в этом мастер-классе. Значит, первое видео мы с вами вяжем полностью, полностью все детальки, что касается этой игрушки. И также в этом видео мы это все собираем вместе. Первое видео у меня занимает 3 часа времени. Я думаю, что вы должны понимать, насколько это подробный мастер-класс. Именно дальше под этим видео я вам оставила очень подробный таймер, где вы сможете нажать на те цифры и перейти на тот вопрос, который вас интересует. Например, я прописала, что, допустим, на 20-й минуте мы с вами вяжем ножки. На 25-й минуте мы с вами делаем утяжку на ножках. На 23-й минуте там мы просто соединяем ножки. На такой-то минуте мы их пришиваем. То есть он идет полностью весь подробный. От ножек до самой головы. Полностью все. Схему на большую игрушку я не оставляла. Так, сейчас отступлю немножечко и скажу просто в двух словах. Но мы, конечно же, к этому вопросу еще вернемся. То есть будет такое видео, где я с вами хочу об этом поговорить. Сейчас просто два слова. Описание, то есть схему я не оставляла. По той причине, что мои схемы на мои мастер-классы, скажем так, мои схемы гуляют по всему интернету. Мне это не нравится, и я, конечно же, об этом буду говорить. О том, что мне не нравится. Вот, поэтому схему я на большую игрушку не вязала, но видео очень подробное и подробный таймер, чтобы вы просто это знали. Да? Следующее, второе видео, это мы с вами вяжем комплект одежды, шапочку и шарфик. И, конечно же, вот эти помпоны, это у нас идет второе видео, и оно занимает 1,5 часа времени. Третье видео, это то, что касается самого маленького пингвиненка. Я бы и на него не оставляла схему, но так как я уже в начале об этом сказала, поэтому так уже и получается. Маленького пингвинчика я с вами не вяжу. Просто вам рассказываю все, что касается материалов, все, что касается этой игрушки. Я вам замеряю все полностью. Обхват головы, размер ножек, размер крылышка, размер тела. То есть это все тоже идет подробно. И в этом
видео третьем, где идет маленький пингвиненок, мы с вами вяжем, то есть уже подробно, да, мы с вами вяжем шапочку, помпоны, и я вам рассказываю, как связать такой шарфик в два оборота. Вот, это то, что касается маленького пингвина. То есть там тоже идет подробный таймер, но на маленького пингвина я оставила схему. Так, значит, это, наверное, все то, что касается именно самого видео. Дальше, цена на такие игрушки получается таким образом. То есть поначалу я думала, что я сделаю, еще раз повторюсь, как бы один мастер-класс. Но потом, думаю, вдруг кому-то будет нужен только маленький пингвиненок. Поэтому, если вы хотите, вы можете приобрести два вместе, или одного большого, или одного маленького. То есть тут уже все по вашему желанию, как вы хотите. Если вы умеете вязать по схеме, вы маленького пингвиненка можете смело брать, потому что схему я уже так подробно прописала, что по ней можно легко точно связать. Вот. Цена на пингвины, на большого пингвина, цена 180 гривен, на маленького 120 гривен. Если брать вместе, цена 280 гривен. То есть, если вместе, там получается капельку дешевле. Вот, здесь все зависит от вас. Дальше, если у вас будут возникать такие вопросы по поводу перевода денег и так дальше. Кто с Украины, вы можете мне перевести на карту приватбанка. То есть вы по-любому это знаете, так как вы покупаете, да, мои мастер-классы. Кто из России или из дальних городов, вы можете приобрести этот мастер-класс следующим образом. То есть или через карту Сбербанка, или через почту вашего города. То есть тут уже все зависит от того, насколько вам удобно это сделать. Вот. Все, что касается пингвинят, я вам назвала. Еще раз вот так вам покажу, как они выглядят. Насчет этой пряжи, вот этой пушистой, я вам сейчас по материалам буду рассказывать. За нее вообще можете не переживать. Она очень классно начесывается, расчесывается и так дальше. Конечно же, когда мы берем в ручки, допустим, там ребенок будет играть, то, конечно же, это все, оно мнется, но это легко. Даже ребенку дай такое задание, как игра, это легко, можно все расчесывать. Вот так выглядит мой маленький пингвиненочек. Вот, и еще раз вам покажу большого. Вот такой он у меня красавчик. Шапочка, шарфик, конечно же, они съемные, так как я вам и сказала, что мы это все вяжем отдельно. Вот такие игрушки, большие и классные, маленькие тоже классные. Так, теперь я сейчас опущу немножечко камеру. И мы с вами поговорим про те материалы, которые вам будут нужны. Значит, именно кто хочет вязать пингвинчиков именно вот в такой расцветке, то есть темно-синяя пряжа, светлая и вот такого красивого терракотового цвета. Если вы хотите вязать такой вариант, называю вам ту пряжу, которая вам будет нужна. Первое, это основная пряжа, которой вам будет нужно два мотка для основы. Так, пряжа Yarnart Dolce, 100 грамм, 120 метров, 100% полиэстер, номер цвета 756. Вот такие у нас здесь рекомендации и указатели. Значит, основного цвета вам будет нужно два моточка. Дальше. Пряжа Нако Париж. Та, что я вам говорю, что ее можно расчесывать, начесывать в любую сторону, которая вам только нравится. Она абсолютно на расческе не оставляет своего пушка. То есть она очень хорошо держится. Если кто-то будет брать первый раз, вы можете за это не переживать. Так, пряжа Нако Париж. Это не белый цвет. Это такой, как свежее парное молоко. То есть это такой оттенок, очень такой нежный, красивый. Здесь у нас получается 60% полиамид, 40% премиум акрил, номер цвета 2098, и в 100 граммах у нас здесь идет 245 метров. Такого светлого цвета вам будет нужен один моточек. Дальше
именно для того, чтобы мы с вами делали обвязочку на шапочке, да, на шарфике и помпоны, вам будет нужна точно такая же пряжа на Ко-Париж, только здесь у нас получается номер цвета 112-72. Такой красивый терракотовый или кирпичный цвет. Значит, такого уходит полностью моток, если вы вяжете две игрушки. Такого остается даже больше, чем половина. Я сейчас говорю про две игрушки сразу. Так, и для лапок, и для клювика вам будет нужна пряжа Yarnart Jeans. 50 грамм, 160 метров, 55% хлопок, 45% полиакрил и колор 61. Это такой красивый, насыщенный, оранжевый, морковный цвет. Есть еще похожий в джинсе такой оранжевый цвет, но тот более бледный. Этот красивый, интересный, яркий, и игрушки видно издалека. Вот это то, что касается терракотового пингвинчика, да, скажем так. Дальше, если вы хотите вязать именно вот в такой расцветке, как видите, да, светло-голубенького такого цвета, где я с вами вяжу именно в мастер-классе, вам будет нужна пряжа Himalaya Dolphin Baby, такого красивого джинсового синего цвета. То есть она, конечно же, намного идет светлее, да, ну, то есть это понятно. Пряжа Himalaya Dolphin Baby. Здесь у нас 100% полиэстер. Номер цвета 80-341. И здесь 100 грамм 120 метров. Такого основного цвета вам понадобится 2 моточка. Дальше здесь этот светлый цвет, он остается. То есть пушочек, да, для животика, для крылышек, комплект, да, шапочка, шарфик, этот цвет остается. И здесь я просто добавила вот такой, это как бы светло-джинсовый цвет. Вот, потому что есть джинсовый еще потемнее, этот более светлый. Та же самая пряжа на Ко-Париж. И здесь вам назову колор 41-29. И даже если вы видите, у меня этого цвета был всего лишь один моток. То есть в моих покупочках я брала один моточек. И можете видеть, даже больше половины остается. Вот. Это то, что касается самой пряжи. Ну и, конечно же, то есть и для клювика, и для лапок эта же ниточка остается. Вот. По пряже я вам все рассказала. Какие вам будут нужны крючки? Значит, вам понадобится 3 размера крючков. 2,5 нам будет нужен крючок для того, чтобы связать клювик, и для того, чтобы связать лапки. Это крючок 2,5. 3,5 мы с вами вяжем пушочки на крылышках, на животике, и вяжем комплект шарфик, помпоны и шапочку. Крючок 3,5. Ну и 4,5 нам будет нужен для основы всей игрушки. То есть то, что мы с вами вяжем из плюшевой пряжи. Вот 3 размера крючков. Дальше вам будут нужны глазки. Глазки на безопасном креплении. Они у меня идут для больших пингвинов 2 сантиметра или 20 миллиметров. Как видите, здесь у нас такие блесточки идут, да? Такой кружочек. Мы сюда вставляем, и у нас получается вот такой красивенный глаз, да? То есть он у меня получается 20 миллиметров. Так. Ну и, конечно, заглушечки к этому глазику. Для маленьких пингвинят это те же глазки, они могут быть в принципе в таких, ну, в таких любых цветах. Это не обязательно, чтобы это были вот эти блесточки голубого или синего цвета. Здесь у меня коричневый цвет, так как не было маленьких голубых. И эти глазки для маленького пингвина у меня идут 12 миллиметров. Также вам будет нужен фетр. Если вдруг просто фетра вы нигде не можете найти, ну всякое бывает, вы можете белочки вокруг глаз сделать, вышить ниточкой, ну что-то там такое придумать по-своему. Но в основном фетр можно найти, ну, везде, да.
То есть у меня здесь идут вот такие кружочки. Они идут размером 2,5 сантиметра. Я использовала именно эти заготовочки для больших пингвинов. Я их никуда не обрезала. Я только сделала дырочку по центру и вставляла в большие глазки. Так, если я вот так вам покажу. Вот, видите, как оно получается. Из-за этого глазика они еще выступают. Потому что глаз у меня получается 20 мм, да, 2 сантиметра, а фетр 2,5. Вот так оно получается. А для маленьких глазок я взяла 10 копеек, нарисовала формочку, вырезала и тоже вставляла. Вот. Значит, фетр вам понадобится. Также вам будет нужен наполнитель, то есть холофайбер, который у вас есть, ножницы. И возьмите себе иголочки для того, чтобы пришивать детальки, которые у вас есть. Но желательно, чтобы вам было более удобно работать, нужны иглы с широкими ушками. Вот, широкими ушками. Утяжек у меня на мордочке нигде нет. Нитяного крепления здесь нет. Здесь в основном все детальки мы пришиваем. Вот. Так, это то все, что касается материалов и все, что касается самого мастер-класса. Так что вот такие сказочные герои, такие друзьяшки у меня получились. Я ими очень довольна. Они очень крутые, очень классные и издалека бросаются в глаза. Надеюсь, что они вам понравились. И также надеюсь, что вам понравилось это видео. И вы захотите для себя связать вот таких друзей, милых, сказочных персонажей. Пожалуйста, пишите мне или в Инстаграм, или пишите на электронную почту. Эти ссылочки я оставляю внизу под этим видео. Вы меня в любом случае сможете найти. Вот. Всем большое спасибо за ваше внимание, за то, что дослушали, досмотрели это видео до конца. Если оно вам понравилось, ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал. И мы с вами встретимся тогда уже в следующем видео. Пока-пока!